Ребят, хочу поделиться новым своим девайсом. Вот в таком чемодане. Это Лапе гриль. Фирма делает. Здесь находится, наверное, предмет всеобщего обсуждения. Итак, естественно, тема касается еды. И вы знаете то, что я много готовлю на гриле. И все время у подписчиков возникает: а, это гриль ерунда, никогда он не заменит шашлык. Вот. У меня свое отношение к одноразовым мангалам. Я уже об этом рассказывал в каком-то из видео. Ну а по поводу спора, что лучше, гриль или мангал, я скажу так: одному нравится блондинка, другому брюнетка, а в целом нравится женщина. Да, то же самое и здесь. Кому-то гриль, кому-то мангал, а кому-то нравится вкусно покушать. Итак, ребят, вот в таком вот небольшом чемоданчике, в сумке, кейсе, есть такая ручка. Есть на плечо возможность иметь сеточки. И здесь сеточки. Так, ну давайте смотреть, что за девайс. Так, защелки. Вытаскиваем. Так, этот пакет уже не нужен. Так, инструкция. Вот такой вот кейс. Ну, смотрите, что сразу хочется сказать, что вот здесь вот есть объем внутри, который можно использовать уже заранее, заложив ну, в пакете в том же, да, уголь. Это уже очень классно. Здесь вот я какой момент сразу уже забегая вперед обратил внимание, то есть когда вставлен гриль, вот здесь видите перепад, я бы с удовольствием сюда разместил еще один чехол, допустим, на молнии какой-нибудь, чтобы откидывался, и здесь тарелочка, столовые приборы там, ну то есть еще какой-то набор аксессуаров. Так, погнали дальше. Так, гриль. По сути, вот она уже готовая конструкция. Тут барашки. Обратите внимание, нет нигде острых углов, о которых можно пораниться. Соответственно, весь гриль сделан из нержавейки. Точнее, гриль, мангал, я оговорюсь. Это мангал. Значит, он сделан из нержавейки. Соответственно, вид опрятный, мыть проще. Так, вот такие барашки из нержавейки. Значит, это вот крышка-стоечка. Так, вот смотрите, ребят, вот такие вот уже шампуры есть здесь. Так, будем смотреть дальше. О, привет, чумазый. Я уже радости поставил. Я уже понял. Так, здесь, смотрите, такая вот лопатка из нержавейки. Вот это уже радости, только я в мамулатке. Понятно. Ты все секреты рассказал сейчас на камеру. Все будут знать, что папа тебя кормит мармеладками и шоколадками. Ну и вот такая вот кочерга. Так, еще одна стенка, стоечка. Так, ну, соответственно, давайте. Так. И так. То есть все элементы этого гриля. Что ж я ее гриль называю, привычка, да? Привычка мангала, сделана из нержавейки, то есть вот эти вот резьбовые клепки, барашки, вот эти все это резьбовые клепки. Так, ну, в принципе, вот такой вот девайс. Так, не буду я зажимать, понятно, да, что это зажимается, вот такая вот высота.
давайте я сниму. То есть, в принципе, что хорошо, да, то есть поехали в парк отдыхать, то есть вы траву не испортите, да, то есть высота достаточно. Соответственно, чем хорошо, сейчас уже холодное время года, да, то есть можно здесь небольшой костер разводить, да, то есть все разумно должно быть, и сидеть у тепла на природе, не знаю, в удобном для вас месте. То есть это, опять же, штука очень хороша для подарка, мне кажется, для мужчины это самая тема. Так, теперь смотрите, ребят, значит, у нас есть лопатка, точнее, ну, кочерга, да, есть лопатка. Теперь смотрите, какая конструкция хитрая. Здесь есть набор прорезей, и здесь есть набор прорезей. Теперь смотрите, значит, берем раз положение шампура, два, ну, соответственно, три, четыре. То есть со всех сторон вы прожариваете мясо, да? Теперь смотрите, вот эти прорези, нижний ряд, они и внизу идут. Значит, берем, втыкаем, втыкаем. Ну, примерно так я на скидку поставлю. И еще один. Ну, можно на самом деле регулировать, то есть можно сделать чуть-чуть пошире. То есть понятно принцип, да? Но идея в чем? То есть вот смотрите, если есть необходимость вам пожарить сосиски, к примеру, да, пожалуйста, площадь достаточно. Тот же стейк, вопросов нет. Поставить кастрюльку, разогреть чай там или пожарить на сковородке яичницу, пожалуйста, вопросов нет. То есть вот для этих целей и вот такая вот лопатка. Вот, соответственно, ну, достаточно длины кочерга. Ну что ж, ребят, вот такой вот девайс. Надеюсь, вам эта тема интересна. Дальнейшее, как я буду готовить еду на этом мангале, можно будет посмотреть в следующих видео, либо буду делиться в процессе постройки автобуса. Надо себе все-таки еду готовить. Ну что ж, все ссылочки, все пароли явки в описании к видео. Соответственно, называйте промокод ANVIR и получаете скидку. Ну что ж, до новых встреч, счастливо!